Ароматные специи, душистый чай и мясные деликатесы. Магнитогорцев приглашают в гастрономический тур от Абхазии до Камчатки. Так называется выставка-ярмарка, которая вновь приехала в город металлургов. Подробнее далее. Гостей ярмарки встречает настоящий гастрономический букет. Для сладкоежек здесь янтарный мед, нежный щербет, халва на любой вкус, сухофрукты с орехами, а еще национальное угощение – чурчхелла. Аромат и тепло Краснодарского края хранит чай – черный, зеленый, цветочный, фруктовый улун. Всего более 25 видов. Это все натуральные ягодки, цветы. Вот легенда нашего краснодарского чая – кавказское долголетие. Это самый многопродаваемый, по всей России самый больше покупаемый чай. Послушайте, как пахнет. Солнечная Абхазия предлагает разнообразные приправы и специи. Среди них красная аджика, соусы ткемали из алычи и граната, хмели сунели в купаже из 15 трав, сванская соль, паприка. Все это сочетается как с рыбными, так и с мясными блюдами. Соль легендарная сванская, абхазская, гранатовая. В каждой из них в основе лежит морская соль со специями, с травами. То есть одновременно вы подсаливаете, одновременно ей придают вкусовые качества. Абхазка универсальная, нежная из 6 сортов паприки. Для мяса номер один, для лагмана, для буженины, для запекания мяса. То есть мы привезли большой ассортимент приправ, то есть и для рыбы, и для первых, и для вторых. Сезон шашлыков, купажирование из 43 трав. Это самый богатый купаж шашлыков. Полнится ряды дарами Камчатки. Красной икрой разных видов, копченой и соленой рыбой. Здесь нерка, корюшка, чавыча. Морские деликатесы доставляют без заморозки, сохраняя все микроэлементы. Рыбку выловили без заморозки, сразу коптят. Коптится на ольхе. Никаких добавок, красителей нет. Все натурально, экологически чисто. Ну и с добавлением щепы фруктовых деревьев. На выбор покупателей и широкий ассортимент молодых сыров из Адыгеи. Классические молочные копченые из коровьего, овечьего или козьего молока. Пресный сулгуни, чечил со вкусом куркумы и даже какао. Национальный чинах или брынза. Приехали сюда второй раз. Обслуживание очень на высоком уровне, можно сказать. Мы брали, значит, сыр. И сыр, грецкие орехи и курагу. Все было качественное, вкусное и свежее. Не счесть мясных деликатесов из Кубани. Их более 20 видов. Запеченные, вяленые и копченые. Есть суджук, колбасы, оленина и конина, фазан, косуля и даже дикий кабан. Мы привезли широчайший выбор натуральных продуктов, приготовленных по домашним рецептам, без всякой разной химии. Все натурально, экологически чистое. Приходите. Дегустация не ограничена, ждем вас. Выставка-ярмарка от Абхазии до Камчатки расположилась на первом этаже торгового центра «Гостиный двор». За покупками горожан ждут ежедневно с 19 по 24 июня. Мария Клименко, Александр Моргунов. Информационная служба медиагруппы «Знак».